Первый заместитель председателя Мособлдумы, депутат от «Единой России» Лариса Лазутина, проверила работы по выполнению ямочного ремонта в селе Лайково. Инспекцию провели согласно реализации партийного проекта «Безопасные дороги». Суммарно в Одинцовском округе в рамках ямочного ремонта предусмотрено обновление 23 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Около 100 объектов сейчас в работе. Также пристальное внимание уделяют уборке автомобильных дорог. Со всеми поставленными задачами планируется справиться к 1 мая.